Я не понимаю, где они. Вот здесь. Вот здесь я чувствую какой-то прилив тепла. Мне кажется, они здесь. Вот. Алло, ЛЖД? ЛЖД. Алекс, Анита, прием. Прием. Мы находимся, мы не знаем, где мы находимся. Мы не можем ничего понять. Вокруг какой-то... Что ты, подожди. О, стенды. По-видимому, в каком-то тайном хранилище. Наверное, в архиве информации про водопровод. А, понятно. Тогда постарайтесь выяснить, почему в школе 1259 такая грязная вода. А мы попробуем узнать ваше местонахождение. А то вы вне зоны доступа, вы не опознаны, вне зоны доступа, вы дышим воздух. Прием. Вы, кажется, догадались, в чем дело. Мы бывали на станции, оторвали кусок трубы. Нам срочно нужно найти ее. Это и есть сооружение, через которое проходит вода. И она не очищается из-за отсутствия трубы. Прием. Скажите, а у вас есть какие-то результаты? Да, ЛЖД, прием. Прием. Мы определили ваше местоположение. Вы все еще находитесь в Москве. В музее воды. Прием, Александрина. Мы нашли, в чем проблема. Итак, при пламени система очистки природных вод. Это водозавод. Оттуда вода попадает в предварительную очистку, затем в насосную станцию первого подъема, затем в бассейн озонирования воды, смеситель, отстойники, скорые фильтры, контактные резервуары, резервуары чистой воды, насосная станция второго подъема. Нашу экскурсию. Мы нашли недостающий фрагмент. Мы пошли его устанавливать. Он вот такой маленький, какой. Все. Прием, девочки. Анита, Алекс, мы нашли выход. Ура! Все, девчонки, домой. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 ay. Нормально? Да. Смесите. Отстойки. Девочки, потише. Отстойники. Скорые фильтры. Контактные резервуары. Ладно, отстойники.
Все, панкан.